Вот это вот так. Вот кухо вот так. Короче, как всегда, один любит другого, а третий вот того, который другого любит. Вот такие пироги, да, кухо? Скажи, вот отобрали у меня Моню. Ничего, скоро приедет Мэгги. И будет все классно. И у Кохи будет сестра родная здесь жить, да? Да. Коха, у тебя сестричка будет уже. Она уже есть. У нее сегодня день рождения. Кохи, Кохи, Кохи. Некогда чесаться надо. Вот так вот. Вот такая вот любовь. Вот тетка с племяшкой. Тетка меньше, чем племяшка. Вот. Коха уже все болталось, что у нее будет сестренка здесь. Все уже, она быстро не расстраивается. Вот так. Первое июля. Мы еще сегодня мало того, что взяли собаку Мэгги, еще сегодня купили петуха. Интересный день. У нас так еще никогда не было, да? Вот. Сегодня прям интересное приобретение у нас. И самая тяжеленькая спит. Спит вот такая вот девочка спит. Что-то у Кохи большой пачесон какой-то. Какой-то большой пачесон у нее. Ходили сегодня на улицу. Пришли все очень грязные. Очень грязные пришли. Ну, благо есть вода, горячая, холодная. Куха, ты у нас молодец. Да, классная. Задумалась, скажи, что за сестренка ко мне приедет? Она тебя помладше, считай. Да, она тебя помладше. Вот. Не помню уже, кто родился. Куха родилась год назад. Да, короче, приедет. У нас интересно так. Приедет Мэгги, которая старше Мишель на ровно 1,5 месяца. То есть Мэгги родилась 1 декабря 2022 года. А Мишель родилась у нас 15 января 2023 года. Вот так вот. То есть наша уже здесь красноярская, а крымская, она еще там росла, росла, росла. И прямо в день рождения мы ее, не зная, мы этого не знали, и сегодня купили ее прямо в самый день, ее день рождения, в 7 месяцев ровно. Вот она у нас будет Кохина родная сестра от одного папки Роликса. Вот такая вот она у нас, да, вот такая. Лопоухая, красивая девочка Коха. Кохинур у нас такая красивая, да? Моня у нас такая красивая. Красивая. Такая Мишель у нас такая красивая. Да, Мишель, правда, не видно. Надо всех гладить. Всех надо гладить. Вот так. Классно тогда. Все уже хотят спать. Я тоже. Красотка ты моя, да. Коха, ты моя красотка. Вторая пошла прыг. Вторая варежки. Вот им зачем-то непонятно для чего, для каких целей. На меху.